В нашу область, похоже, окончательно пришла метеорологическая зима. По крайней мере, в ближайшие дни потепления не обещают. Зато прогнозируются дальнейшие осадки в виде снега. Как справляются с ними коммунальные службы Твери, вы узнаете из следующего материала нашего выпуска. Муниципальное предприятие ЖЭК в круглосуточном режиме продолжает работу по уборке снега и противогололедной обработке, отмечает в администрации областного центра. Всего на улицах Твери работает более 20 единиц техники. Ежедневно на тротуары выходит более 100 человек-дворников для расчистки тротуарной части остановок. Особое внимание уделяется подходам к пешеходным переходам. Что касается проезжей части, то основной упор делается на расчистку и обработку аварийно опасных участков уличной дорожной сети, мостов, подходов к ним, магистральных улиц, крупных перекрестков. В период выпадения обильного количества осадков прогнозируется это в пятницу и в субботу на текущей неделе. Будет усиленная обработка и патрульная расчистка проезжих частей уличной дорожной сети города Твери. В целом в горадминистрации отмечают, что весной и летом были закуплены все необходимые противогололедные материалы для нормального прохождения зимнего сезона. Также были приобретены дополнительные 6 единиц тракторной техники. Поэтому в МУП ЖЭК ждут новых сотрудников.